Под контролем. В Чебоксарах продолжается строительство двух медицинских объектов. На финишной прямой работы в новом здании Центральной городской больницы по проспекту Ленина. А на улице Гладкова пока возводят второй этаж стационара детской инфекционной. Стройплощадки проинспектировал глава Чувашии. 5 этажей и более 16 тысяч квадратных метров на месте бывшей поликлиники, электроаппаратного завода и роддома. Многопрофильная городская больница по проспекту Ленина построена уже на 60%. Медицинский комплекс в центральном районе столицы – это не просто удобство и комфорт. Так решается историческая проблема, отметил глава региона. Но наша задача – улучшить удовлетворенность населения от качества оказанных медицинских услуг. А самая главная наша задача, задача наших органов власти, задача медицинского сообщества, задача жителей – продлить свое долголетие, продлить свою жизнь. Это очень важно. И каждый должен следить за своим здоровьем. В новой больнице пациентов будут принимать как врачи первичного звена, так и узкие специалисты. Там также планируют разместить отделение функциональной диагностики, восстановительного лечения, клинико-диагностическую лабораторию, женскую консультацию и другие подразделения. Второй этаж отдадут под детскую поликлинику. Мощность медучреждения рассчитана на 500 посещений в смену. Дневной стационар на 35 коек. Сейчас остались внутренние работы, тротуар, автомобильная стоянка. Но пока не решен вопрос с подведением коммуникаций. У нас единственная с коммунальными технологиями проблема у нас. Пока они вот реконструкцию 3 узлов пока не сделали. А нам, чтобы объект сдавать, нужно. Объект мы к новому 2020 году ведем. Я это вот ответственно могу сказать. Все во благо людей, все на улучшение благосостояния жителей и гостей Чувашской Республики. Генподрядчик поликлиники строительно-монтажное управление 115. Он же возводит и стационар детской инфекционки на улице Гладкова. Трехэтажный пристрой на 4600 квадратных метров. В действующей больнице 140 койко-мест. И этого недостаточно. После строительства нового корпуса к ним добавится еще 50. Изменится и качество оказания медицинских услуг, отмечает министр здравоохранения республики. Мы развиваем диагностическую базу, вот, ПЦР-лаборатория, мечта наших детских инфекционистов, для того, чтобы пациент поступил и в течение дня мы могли поставить диагноз. Понятно, дальше мы совершенствуем реанимационную службу, все наработки, оборудование, там, технологии, которые сегодня есть, мы их будем привлекать. Ну и, конечно, в рамках национального проекта здравоохранения 10,8 миллиардов будет вложено в здравоохранение Чувашской Республики и в приоритетах проектам по оснащение детских отделений, детских поликлиник. Оба объекта должны быть сданы в срок. Ход строительства на постоянном контроле. Дмитрий Ковалев, Татьяна Трофимова и Бахтияр Велиев. Республика.